Янбаев взят в аренду у московского «Локомотива». Сибаес и подача. И 2-0. 2-0 в пользу крыльев Советов. Сейчас еще раз посмотрим. Опять борьба была защитником. 2-0. Луис Кабаеро забивает. Но, вы знаете, проявилась в этом эпизоде страсть его атакующего. Не с такой страстью шел на этот мяч Малафей. Вот сейчас давайте посмотрим все-таки. Еще раз. Вот подача. Но Малафеев был не готов к этому рикошету. И здесь, по-моему, опять Бруно Алвиш так неудачно срезал мяч головой на дальнюю штангу. Тут и Анюков потерял. Он шел подстраховывать. Да, мяч от головы. Ну, такой получился эпизод. Не знаю, мог ли спасти Малафеев. Трудно говорить. Но он в меньшей степени виноват. Ну, умеет, конечно. Бруно Алвиш должен был повыше куда-то отбить. 2-0. 27-я минута. 2-0. Впереди крылья Советов.